Новогодняя елка простояла с конца осени и до середины зимы. Все это время она радовала нас своей красотой, создавая праздничное настроение. В этом году зажжение огней на рождественской елке состоялось 30 ноября, последний день осени, а украшения с нее сняли только 15 января. Напомним, что нынешняя елка-красавица выросла в садовом обществе «Вишня» и была подарена городу ее владелицей Ольгой Деминой. Возле главной городской елки мы провели много приятных минут и даже часов. Вспомним о них. Мы радовались рождественским елочкам, которые очень украсили площадь Сантервис. Весело встретили праздник зажжения огней на главной елке. Было много музыки и развлечений, а торговые палатки предлагали угощения и подарки на любой вкус. Мы от души и с пользой погуляли на благотворительной ярмарке. Все дети, которые побывали на ней, получили подарки, а собранные средства были переданы в Центр благополучия семьи и ребенка. В декабрьские дни было проведено много рождественских мероприятий для детей, а фотосессию с оленями визагинцы проводили семьями и поодиночке. Вместе с нашей елкой мы встретили католическое Рождество, Новый год, православное Рождество и Старый Новый год. Эти праздничные дни принесли много положительных эмоций и дали заряд энергии на будущее. Давайте же этот год, который пройдет под знаком выборов, проведем в любви, мире и согласии, и тогда все у нас будет хорошо.